6 апреля 2024 года, 10 часов 00 минут, на 6 километре автодороги Алешино-Ямберна в Савском районе произошло столкновение двух транспортных средств. Автомобиль Kia Optima под управлением 30-летнего водителя и Lada Niva под управлением 30-летнего водителя. В результате происшествия пассажир автомобиль Lada Niva скончался на месте происшествия. Водитель и пассажир автомобиля Lada Niva были доставлены в ГБУ РОО Савский МНЦ. Кроме того, за медпомощью обращались водитель и трое пассажиров автомобиля Kia Optima. По данному факту проводится проверка.